Как тебя зовут? Меня зовут Алина Фатеева. Алина, а ты будешь сегодня моделировать? Ты знаешь, какие дизайнеры тебе достанутся? У меня сегодня 5-6 дизайнеров. Милброкс, Саса, HTY. И я уже не помню. Почему ты выбрала моделировать у Вейна на Place Fashion Week? Потому что выглядело как очень большой ивент, и было интересно попробовать. Понятно. А скажи, что тебя радует в неделе моды в Нью-Йорке? Что интересного здесь? Интересные люди. Очень интересно посмотреть, что люди одевают, как люди себя ведут. Просто познакомиться с интересными людьми по всему миру. А чем ты занимаешься, кроме того, что ты модель? Я танцую, и я также перевожу, работаю переводчиком. А какие танцы ты умеешь делать? Модерн, хип-хоп, джаз, почти все подряд. У меня недавно было шоу, когда, как бы, скажем так, не все дизайнеры показывают, скажем, mermaid walk или там большие steps или как бы bouncing walk. Некоторые дизайнеры, вот последние шоу, что я смотрел, или шоу под водой модели плавают, или на роликах катаются, или вот различный необычный показ платьев, чтобы материал двигался и было интересно смотреть. Вот последние несколько шоу, которые я видел, когда вместо модели были взяты танцовщицы, был очень интересен. Хотела ли бы ты поучаствовать в модельном показе как танцор, нежели как просто только модель, потому что это требует дополнительных навыков, и вещи намного интереснее смотрятся, когда они в движении, когда они грациозно двигаются. Да, было бы очень интересно попробовать, потому что когда профессиональные модели, они обязаны ходить очень ровно, не нужно ничего делать, и иногда бывает просто немножко скучно, поэтому было бы здорово попробовать что-то новое. Какой у тебя Инстаграм? Инстаграм Алина Фатеева, A-L-I-N-A-F-A-T-I-E-I-E-V-A. Спасибо. Спасибо.